Да, вы плохие, да. На тройку, наверное. Ну, на тройку больше. Ну, плитка отваливается, блин. Вы что, не видите? Разруха. В поисках ответа на вопрос, кому в Волжском жить хорошо, блокнот приехал в 25-й микрорайон, в состав которого входят улицы Мира, Аламоутска и 40 лет Победы. Узнаем, какие проблемы таит в себе 25-й микрорайон. Парковочных мест в 25-м микрорайоне катастрофически не хватает. Жители вынуждены ставить автомобили в любое свободное место. А скажите, как у вас с парковочными местами? Хватает? Ну, только вот на дороге становится. Все, больше. Дороги в 25-м микрорайоне оставляют желать лучшего. Также на всей территории находятся сухие деревья. Здесь яма, там яма, там яма. Дороги плохие, да. А вот сухие деревья у вас тут везде. Должны были обрезать, что-то не обрезали. Детская площадка здесь немного лучше, чем в других микрорайонах. Есть хотя бы 4 горки и качели. В 25-м микрорайоне располагается лицей. Остановки общественного транспорта в шаговой доступности, так же, как и космопарк, который отлично подходит для прогулок с детьми. Территория 25-го микрорайона поделилась на два округа, за которым следят Дмитрий Махонин, Василий Гранкин, Валентин Народа, Владимир Комаровский и Роман Халиков. Как бы вы управляющую компанию оценили по пятибалльной шкале? Да никак. А что не устраивает вас? Че, плитка осыпается. Они за капитальный ремонт берут деньги, а капитального ремонта никакого нету. В целом, жители 25-й микрорайона характеризовали положительно. Основные жалобы были на сухие деревья и разбитые внутриквартальные дороги.